Марка Hyundai раскрыла концепт под названием «Prophecy», то есть «Пророчество». А значит, этот шоу-кар стоит рассмотреть повнимательнее. Скорее всего, многие элементы дизайна со временем станут достоянием серийных моделей корейского бренда. Или какой-то конкретной модели. Формы новинки представители марки нескромно называют идеальными, а свежий язык дизайна обозначен как оптимистический футуризм. Также пресс-релиз упоминает культовый силуэт и совершенные пропорции, а философия стиля указана как чувственная спортивность. Интересно, что корейцы обошлись общими фразами, но не раскрыли ни размеры, ни характеристики. А ведь они помогли бы понять, в какой сегмент метит будущая модель. Но, скорее всего, ни в какой. Это просто красивый кузов, скрывающий перспективную электрическую платформу. Кроме того, у концепта есть автопилот, но уровень автономности тоже оказался секретом. Из интересного отметим отсутствие руля и педалей. Управлять машиной предлагается при помощи двух рычагов поручней. И на этом, пожалуй, все. 5 лет назад Renault сделала для Индии ультрадешевый хэтчбэк Quid, а в прошлом году из него создали электромобиль City KZ, который вывели на рынок Китая. Теперь электрическому малышу предстоит перевоплотиться в европейскую модель Dacia Spring. Ее концепт должны были показать на отмененном автосалоне в Женеве. От исходного китайца шоу-кар отличается нюансами вроде других бамперов и оптики. Но, возможно, у серийного авто отличий будет меньше. Характеристики китайского Renault известны. Данные подачи будут обнародованы позже, так как запуск продаж состоится только через год. А пока румынская марка интригует публику, обещая низкую цену новинки.